его сокром свой. Все, я запускаю босса, исполин нас станчит. Так, там мы, пожалуйста, пацан поставили. А чё это исполин МТ? У меня пуха пизжи, ебать. У них и чё твоя пуха? Чё твоя пуха, а? Чё? Чё это, блядь? Не флудите себя, в химию пропили, я сейчас ГП дам, кто без химии. Кстати, я сейчас скоро настрою аддон, чтобы отображал еще масло ваше. Будете без масла, тоже будете ГП получать. Где химия, давай? Нихуя не стоит. Саня, я предсказываю, почему вскидывать. Сколько там начало боя? Я думаю, мне показывают. Начало боя еще не... А, вот, всё появилось, всё появилось. Так, Буба, а чё без химии? Сейчас тебе таланты раскидывай. Ладно, тебя пока это будет. Уже к ним аккуратненько, правильно здесь есть, чё будет. Мидл уже продал. Блядь, я заводил просто. Скажи, как ты здесь? Нас так. Я не могу выйти из лужи, не могу! Чё мы с этими слушаете? Как она в миле лежит, я прям подошел, у меня доебнул. Ну я уже на стаку раскрыл. Это самое. Значит. Заход ты поднимаешь Невер, а Невер ты поднимаешь. А, хотя никого не резать, если может кто-то резать будет. Блять, а кто так вот закинул свою быстро ничего? Ну, зачем? За этой трапы, кстати, лужи не видно было. Полностью сейчас поставь, чтобы будет видно. Этот сеть, не у всех нормальных компьютеров будет. Будет теперь опасно. Забрал? Готово. Блядь, возьмите между собой немножко, чтобы... Пусть я рядом. Что надо, в мире подойди, ближе. Нет, не лагаешься, можно поймать? Ну так подлагиваю, но сейчас ставлю. Ну когда есть. Ну сейчас свистим, тут просто без бара будем. 7 кадров в секунду, так нормально. Так, на 5% это слишком ничего эти поскобы. Правильно. Литл ты здесь стоишь под боссом? Просто снова. Играем по снобатам. Постом об этом. Давайте забирать босса. Быстренько ресаем, друзей. Почему я его пою? Они могут критика ресните. Кто токсичный? Исполин, давай Исполин заизбирает его следующего. Геру, дайте. Да, Геру. Так, заходи, подымай быстренько этого кимсика. Кимсик, блядь, лучше, блядь, стоять. Некрасиво. Не делай так лучше, пожалуйста. Эндрю, возьмите между собой, чего вы лучше стоите? По два человека хотя бы, чтобы таргете видели. Даже 10 возьмите. Рокси, ты чё вылетел? Вы задолбали, блядь, вылетать, ну что ты, сука, компы свои нормальные. Фуд, все милитон. Аккуратно, размазывай, разращивайся, блядь, сразу отмрачивай. Вот, иди. Всё нормально закупался. Ты занесло на боксе? Ой, Левер, кинь мне, пожалуйста, ты мой мама и гимн мама. Там-то дайте. Там-то. Разбирать могу, быстрее разбирать. Да будет, войти, там за спиной никого нет. Что? Все хорошо, Миша, молодец. Что-то лагают все. Скоро будут брызги, а разосались, мне зону тоже немножко распустить, сейчас брызги будут. Вот, отлично прилетела мина. Потому что не надо было выбывать, ну ладно. Все, кассель, свечнитесь большую. Да ну что, сейчас у меня танк заморозился. Вот мне надо будет разморозить. Как это сделать? Ты взял и выбрал, давай. Вон там огонь. Опа.
Масаку, блядь. Масай, видать. Квит, сука, возьмите рейндж нормальный, простите, кучу, блядь, какого хуя. С Романа сами вставайте, у нас. У нас минус 3 ТД, в принципе, ДПС должна отказать. А мне 4 ТП еще вообще нет. БР есть, да? Да. Дими, наверное, давай. Мерики нужен. Нелло, подводи, слушай. Вот ты рофлишь, блядь, или что нахуй? Че? А, сорян, мы косяк. Могли бы разморозить войдер, уже не знаю. Блядь, сплин, попробуй забрать босса сейчас. Будьте на босса, быстрее. Сплин, попробуй с босса забрать вообще. Чё твою мать, чё нахуй, на фигах нахуй, чё похуевали, блядь? Чё вы дохните, блядь? Нет, тут 30%. Давайте, падайте. В лужу зашли сразу. Заходим в лужу. Освоение, блядь. Так. Дальше. Когда плюете, не надо сразу скипать эти вот. Нам танк размолить надо. Ну ладно, хрен с ним там еще. И но держите вот... рейндж, вообще рейндж держите, ребята. Вот РДшники не стакнулись в один темп, блядь, вас туда плюнуло и все подохли. Мы стакнулись, потому что у нас все отвели, надо было бить. Блядь, не как. Сделали три шага и сдохли. Сдохло это да не домашка. Капли стакнулись, потому что отвели надо. Ну, типа, надо было добавить кислот, но ее отвели. Надо было не сдохнуть. Я сказал вам, кого переключиться. Ну, после их пообщались, значит, отбегай, да. Быстренько, давайте. Живство, поставьте живство. Что у нас по ДПС? Какой себе средничок. Слабенько. Потом ты вообще слабенько не помажу. Сколько мне? Не, не работает. А вагон еще тот. Мало. Что, долгий бой был? Сколько вообще мало? 6-8, блядь. Давайте быстрее релогайтесь и поехали. Джерса, поставьте кто-нибудь. Есть инженер. Есть инженер какого? Кто моего бота могу поставить? Кому бота там? Да причините надо гублик. Слева от банка. От гильбанка. Чините все, ребята, чтобы там не было. Метка печеньку взяли, починились. Запускаю босс, почему я присутствую. Здесь ничего не хватает. А, сейчас. Короче, запускаю его в движение за бафом. Баф бафнется. Ребята, на змеях всегда стоите сосредоточены. Не стакайтесь кучу. Вместе день находится это самое. Хотя бы перед плевком это делается. После плевка можете стакнуться, потому что можете опять. Два плевка будет сюда, запомнить. А мне, если что, в РДД бежать размораживать или не надо? Или не сами подойдут? Нет, не размораживай. То есть ты я могу прыгнуть? Смотри, ты как делаешь? Отводишь, скидываешь лужу, ждешь первое дыхание, можешь смело подвести под второго и развернуть это рейда, этого чувачка. Okay. Когда если рейндж кэмп кидает, то это просто делай после того, когда это... Ну, когда туда закопается. Поехали. Понял, да? Угу. Уже аккуратненько. Уже. Блядь. Бабов туда. Стойте, на вас на всех трапы будут кидаться. Викинг. Аккуратно. Кирилл, металл кидайте, когда тоже уже проходит. Поставьте, как-то подсекайте, очень много.
Снова заиграть так много. Мочки. Уже мало, там надо просто. Бейте. Так, вот у тебя Т4 тоже есть, да? Угу. Не слышу? Да. Все. Да. Размораживай Невера и Нелло. Нелло размораживать, все, вижу. Так, тотем викинга мама. Берите его, бомба забрать, викинга бьет. Все. Не спите, танки. Как он меня бьет, но? Потому что ты килишь, а там ты нуляц, в итоге бьет тебя. Так, сейчас аккуратненько, смотрите, сейчас там лужа, видите, да, мелькнет, лужа пропала. Рэнж взяли, сейчас будет это самое, лужа кидаться, смотрим аккуратно. Рэнжу держим, не забываем. Т4 дай, мелькнет там. Пока не было аккуратно, мысли. Так. Смотрим сейчас, кто у нас подан танк получается. Бэты. Чего? А, ой, ладно, точно войн набирай. Босса. Какой фонд заберите? Рево. Да, войд заберешь его, поставишь его под. Скажи куда. Владимир Копеченко сюда его поставишь, просто сторону. Лучше сторону в центре. Уже выходим аккуратненько. Давайте быстрее этого бомба просто точно. Все, сейчас босс будет выходить аккуратно. Давайте быстрее, пока не взорвался. Сбрал. Все. У кого фидом вкачан? Отлично. Статус быстрее себе печеньку делать, прочитать. Кастер добили. Быстрее. 2-3%. Кастер добили этого чувачка. Быстрее. Ближе, подойдите. Я все это время. Давайте. Ближе статус, печеньку. Все. Аспект его включить оф. Включил, отлично. Смотрим, на кого бежит. На печере подошли. Право лево сбежали. Бегом. Пусты сдали. Сейчас ближе ставить, сейчас после того, как начнет шевелиться. Мимо. Что, ближе ставить, потому что далеко не хотел. Чтобы фридом было. Фридом, есть. Так, топ, немножко отсоситесь, не пучкайтесь. Смотрим, куда бежит. На себя повернули, как понял. Чей подходим сразу вправо либо влево. Входим сразу. Все, продолжайте бить.
следующей пружинке. Так, у нас никто не падал без Геры, там никто не весело. Ладно. Фридом. Пососитесь немножко, пососитесь. Смотрим, куда бежит. Череп, видите, самый край туда вот. Череп отшли. Еще... У нас еще в запасе есть одно это самое. Одно врезание, и там бреса будет. Я почему не видел. Топите нормально, в джунки давайте. Фридом. Давайте, может, перепуточка. Ассоциация нужна. Аспект включить, а ну что, он у тебя. А череп отходим сразу. Аккуратненько, прям столб идет. Здесь аккуратно не перебить. Все, выливайте нас. Вот, ты что не врезался? Должен был рев, пацаны. Ой, пробомбил бы сейчас. Пик из Ой, бля. Не, пик из грязи точно не. Блядь, какая спина из тебя сейчас рогой пошел. О, стрина. А ты бы забрал бы по приори? По приори. Да, у нас два куга, поэтому... По приори. Там прикольно. А кто у нас убил? Мак и Лим. Я писал, что один он ролл на гильдию. Наручка штаны пропиздят. Чувак, сейчас я повысил. Ну потом в конце рейда я сделаю, что не выдержу рейд. Гля, мы режим ПС люди ложим. Хорошо. Да. 404 ШП, конечно. То, что надо тоже дамажить нормально. Гробостанец тоже дамажит не хуевое, смотрю. Нормально, ну. Кто, бурба это? Да. Вообще бы я больше. Всем максимально запускаю босса. Нихуя себе зорки, блять. Не нужно тебе, блять, магов отсюда отправлять. Зорки, я сейчас тебя передамажу, блять, на джа. Так, по тактике то же самое. Держим рейндж. Надо будет магу помогать с таки, потому что у нас один маг. Поэтому у нас прикучается Элем. Элем тут. И шпшки тоже можете там покушать. Элем было то, что не слышит босс. Ладно, шипарки, да, будем заниматься. Дальше. Появится портал, сразу свечимся портал. Прожимки давайте строго на портал, либо на вулкан. Трехминутные прожимки давайте только на вулкан. Прожимки на боссе не сдавайте, ребят. Дальше. Появится трэш, там трэш появится по-любому, заливаем сначала трэш, потом босс. Трэш именно с портала. И с вулкана тоже. Перелетит трэш, потом босс. Услышали, да? Так, дальше, что еще? Все, в принципе, так, по этим самым, по взрывам, будем давать, ой, по вулканам, будем давать мастер ауры и так далее. Имейте в виду. ДК-шки с ВИТ-4, значит, исполин передаешь Т4 на вулкан. Потом следующий секунд 5 дает с ВИТ-4 стянуть. Они же не стакаются, да, по-моему, ДК-шки эти самые Т4? Не стакаются. На... Поставьте мне это самое. Донт, не стакайся это 4 ВДК. А я скажу, когда ему. Когда у меня будет заканчиваться. Так, я даю первый мастерау, если что. По поводу Геры там ничего не сдаем. Еще напоминаю, прожимки сдаем только строго на порталы. Двухминутные можете на портал сдать, трехминутные оставляйте на вулкан. Портал лично, быстрее, портал, забирайте трэш, забирайте. Беги, малышка! На каком-то мелечку, вот вышел среда. Сколько там по мобу вышло, ладно, топите по мобам, топим. Диспал, каст. На руки прохил. Топим, давайте. Пару вулкан будет. Так, немножко босса, пожалуйста, хуже людей. И вторым, потому что вулкан появится ближе к хуже. Не надо нам.
быстренько забили от него. Все, попался до 5, только вышел с рейда, только с рейда вышел. Каст забиваем. Викинга прохиливаем. Даже скоро появится вулкан. Первый мастер аук дам я, если что. И массакр у меня есть, что. Тоже дам. Свичнулись быстрее. Диспал с босса, диспал. Пружинки все сдали, мастера даю. Т4, давайте свою ТК. Отдал. Блин, тут бить от мобов. Алло, ребята, держи. Так, бьем. Не отвлекаемся. Снова лучше. А сейчас разрез. Ой, давай свое. Ой, бля, не захивай, не видно, где мясо было. Прохиливаем, мастеровые. Хим. Големов добили быстро. Диспал так с боссом. Не надо, Викинга прохиливаем, пока сбили. Купер подставай сам, Невер поднимай Анушу, так, ну там, Шан, заходу и подними цирка, разрез левит. Гим на хп, ой, гим на ману и потом надо поставить. Разбафали цирка и Анушу, Валса похил. Портал свичнул. Герда один на следующий, да, это самое, на вулкане туда. Добили портал. Срову могу забрать, Так, нам для Рекерона я забавлюсь. Топ босса дальше, Калиту прощал. Бля, теперь можно падать. Страх мне всего уже упали. Рандом, там сразу стак и цепуха, да. А там рейнджу еще люди не держат. А? Рейнджу не держат. Там было не потерять убил, хотя у меня аватар без. Сейчас заходите. Сам рыбку купился. Ну попробуем лубу помаслать, посмотрим, что получится. Я один на себя съебать лубу, блядь. Что у нас типа 2 шп есть, в принципе, но он приписта. То есть 2 шакла. Ты через контроль хочешь быстро? Ну да, почему бы нет? Кого шакли? Приснили шакл G. Чего? Ты сказал, ты про кого шакл говоришь? Про лубу? Да. Нет, ты на месте бегаешь, перезайди себе Егорик. За картошку бежит. Чё так мало выдаёт ППС, блядь, 6-9 вообще. А, ты падал, наверное. О! Цирк. Ну, может, моток нет. Есть, на Т4 есть. Это слабый, но на прошлом боссе он дамажил нормально. А, ну ок. Ну, десятку. Монах нихуя не дамажит. Точно. Бульбастанец тоже, блядь. Саблы вместе. Ну, блядь. Так, ну что ты, заходишь, нет? Да, все. Так, сразу раньше взяли. Так, сейчас разбахну все. Зорки. Че? Потому что не упедрость, я тогда скажу, блин, лед включить надо. Ты пушку включаю. Так, давай, зачем на пол? Да, включу, конечно. У меня только минут на 10 минут. Так, а Булла, ну что там? Ой, я Булла, блядь, Бульбастанец, да, я против этого. А, Булла будет. Ты бандришь. Да, как всегда. Булла, блядь. Все, дай. Да. Рассосите, ребята, не стойте в одном капе. Все, Бух опять зацепит, вы охереете. Два, один.
Ну, портал скоро. Портал свечу. Быстрее, быстрее, портал. Раз. Рокси вышел с вами. Топ не показал, скажу. Босс немножко отведите, там уже Рокси накакал. Прохираем. Кимчик света, кимчик, либо с каким-то хорошим фонарем. Это же скоро будет вулкан. Боржомки кататься сделать. РДД, держите ранжу от Галева. Сразу видите, что ваш чарм солет, сразу отходите, потому что выше будет сразу. Свечу из портала, цаки забрать, босса цаки забрать, Т4 издать до кашки. Нас сразу удаем. Все, сейчас нормально. Заход, ты побежал след, заход это у тебя там. Ратно, Валс похил. Валс похился сам, пока далеко от тебя. Давай будет свое. Валс похился. Взорвешься, блядь. Можешь не говорить, я вижу сам. А, видишь? Окей. Все, норм. Успел, блядь. Одна секунда оставалась. Убить инфернал, чувак. Инфернал, видите, ребят? Он нас. Сильно на вину говорит, на ману дайте. Тотем поставим. Гимн на ману. Тотем остается только под гимн. Сначала гимн, потом тотем. Вы помните распорядок. Рэндж держу. Забываем. Портал свечен. Так, мы Геру давать не будем, оставим на это самое. Волос. Все прошлые давайте только так, как Питер побежал. Стаки, на пусть забрали. Быстро. Заход хилим. Сейчас вулкан появится аккуратненько. Ну, побежал. Блин, на другой стороне. Сейчас попробую до себя захилить. Вулкан, готовимся. Мэри Джейн похилить. Вулкан появился. Исполин, давай тащи сюда. Отдал. Твой майстрал на Саку. Добивайте все репи, бим-бим-бим-бим. Сейчас развесим. Зарун. Ушел. Ой, Зарун. Да, Зарун. Вон. Добивайте големов быстрее, а по БРам заход его. Ладно, без БРов будем. Как-то велики отлетели. Я жив. Слава богу. Так, в принципе, мы должны успеть добиться стаки. В принципе, мы можем добить без третьего портала. Этого, как его, вулкана. Наверх подбежал. Вижу, что лагаешь, капец, блядь. Жестко. Готовим скоро портал появится. В портал свечнулись. Портал. Опять этот, блядь, скунул его еще. Рокси побежал. Либо бабу он скипнет. Бейте, госпожу это добивайте быстрее и босса. Хотя похуй на госпожу забили хуй, добивайте босса. Похер там они сало нарежут, ничего страшного. Кинга прохитрил. Беги, малышка, беги! Ой,
Беги, малышка, беги! Лям, куда ты дальше побольше? Я говорю, побольше, если... Сбегайся, что ли? Забей, на вулкан, ёбался. Всё. Так, если больше. А будет ачивка за 12 FPS в районе пройденной вулка? Наверное. Чипка называется «Сгорело всё». Почему я не на роге? Ты не на роге, потому что рога немного. И в комментарии тоже. Ну что, закрою? Я вам, блядь, сейчас позатыкаю всех нахуй, без музыки получится, блядь. Всем. Убалил, блядь. Запускаю мусор. Отойдите, пожалуйста, еще раз. Что-то альянсы. Подожди, мы на лянсе играем, отойди туда. Так. Сейчас будет кошка потника. Так, бронепоты. Кастер всем выбить. Все тряпки бронепоты пьем. Чувак. Бронепоты, да? А что, мне, блядь, не показалось, что ты поднял? Не знаю, что не показалось. Тебе показалось, нет? Я рейдерол не поставил, что так. Так. Дон, потом снимаем ЕП, кто будет на замене у нас. Состав, который сейчас. Либо ставим 2000 ЕП. Добавим тех, кто добавил, остался. Так, сейчас я разбавлю, подождите. Так, то у нас 4 милика, так, у них получается луна. Трусы, Ченька и квадратик. Так, начнем бой, короче, наверное, с другой стороны. Мах бежит к нам, значит, мах будет стерлить, тянуть и бить его. Так, друид у нас проверяет по контролю за рун. Ты на дерево будешь отвечать за дерево, только тогда, когда он к нам подойдет. Понял, да? Здорово, ключи к сафе, если слышите меня. Все, я тут буду бежать. Знаешь что, да, ну ок, если сагрится, блядь, пизды дам. А можно перезайти, я вам включить? Да, можно. Ромбик у нас не шипается, не контролит, он, наверное, он не пробивает. На него сядет кинрокет, нет, кинтик уже сядет. Кинтик сядешь на рок, ой, на ромбик, если ромбик на ломбик подойдет, ближе. Убиваешь ему костры, переводишь, даешь стан, когда он начинает кастовать, открывает пламя. Дальше идем. Так, где ты хантых не вижу? Там зарыкался. А, все вижу. Кружка череп. Так, кружка самая опасная, самый такой. Самая опасная и более ДПСщая это череп и крест. Поэтому мы будем начинать с черепа, если переходить на другую сторону. Где я прыгаю сейчас? С доски не выходим, аккуратно, чтобы вас мерепак не нравится. Так, я попробую в соло поддержать. Так, стоматолог. Ладно, подождите, сейчас подумаем. Давай, короче, смотри. Исполин, ты начнешь батл. Вот, там со стороны черепа, он у тебя все сагрится, мы вытянем крест. Вот, смотри, как ты будешь делать. Ты вытягиваешь, первый будешь гриппать. Потом второй хрипат, третья была, если надо было быстренько крестик загрипываем сюда, прям в рейд. И там его сразу стан давать, чтобы он не ушел никуда. Костричь по КД. И так далее. Так, дальше. Если на вас агрится, трусы, значит смотрим. Давайте по контролям. Череп у нас контролит. Так, ну ты лагаешь у меня, да? Я релогаюсь полностью. Хорошо. Ну, короче, ты контролишь ружку. Ружка это хант. Кидаешь его вик, просто вихрь кидаешь, а потом уже давай Элен. Бля, Элен не слышит меня. Вас, короче. Вас ты в ружку кинешь лягушку свою. Тебе нужно контролить будет тоже. Дальше. Если срывается мили-кэмп, конкретно на квадратике у нас сидит, получается, за рун, а литл, ты его литл фиряешь. Невер, ты в него корни кидаешь, квадратик, это ДКшка будет, если что. Литл фиряет, потом сфера выходит, сразу корни у него.
Все вместе не бывает эфиры и корни, надо, чтобы это все отдельно было. Так, дальше, трусы контролят у нас Винг, ты его кидаешь в лягушку. Так, заходу ты его кидаешь в корни. А нет, стоп. Заходу ты его в стол поконтролишь. Корни, корни, три корней, потом три вихря. Три корня, три вихря, так вот лягушку контролится. Так, печеньку контролят у нас... это будет трусы, рога. Так, печеньку контролит у нас будет, давай, Нелло, если не придет, и Ануша. Ануша овцует, Нелло феряет. Сначала три эфира, либо три овцы, потом, ну, может, не все вместе было. Это будет печенька. И Луна. Это ретрик, в принципе, не сильно дамажит, но может дать прикрыть пропилями. Давайте его будут контролить у нас. О, блин, еще один освободитель.